Снайдер разыгрывает мяч. Легко убирает его от Пульцетти. Передача в штрафную. Пенальти. Пенальти показывает арбитр. Игра рукой. Марко Росси ошибается грубо во второй раз по ходу сегодняшнего матча. Я напомню, что именно Росси не сумел помешать Милиту отправить мяч головой в сетку на 27-й минуте. Ну а теперь он играет рукой. И зачем это было сделано, совершенно непонятно. Да, там был Этоо в штрафной, но был и Андреа Масьелло. Он наверняка помешал бы нападающему Интера распорядиться мячом. Ну а так вот пенальти, и это гораздо более явный шанс для взятия ворот у Интера. Удар и мяч в сетке. 2-0 выигрывает Интер. Этоо к голевой передаче в первом тайме добавляет еще и забитый мяч во втором. Четвертый мяч Самуэля Этоо в четырех турах чемпионата. Очень хороший показатель. Еще раз можете посмотреть. 13 мячей забил в минувшем сезоне Этоо. Ну вот, есть такое предположение, что в сезоне нынешнем он значительно может повысить планку своей результативности. Именно за Интер.